Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 3 сверхъестественно. И неожиданно у меня здесь вот такое вот представление просто. У меня здесь просто свадьба, валит снег, фокусники, певцы, гости. А знаете почему? Потому что я записывала серию, а она, оказывается, не записывалась. Слава богу, я поняла это, можно сказать, вовремя, потому что сейчас они будут обмениться уже кольцами. Ребят, простите, но... Ладно, в принципе, там особо ничего интересного такого не было. О, блин, короче, болтаюсь полчаса, там ничего нету. В общем, да, посмотрите, как здорово. Вы, короче, застали самый классный момент. Все, мы обменялись кольцами. Почему я решила свадьбу тут устроить? Потому что, не знаю, я хочу детей. Что ждать? Да, ура! Блин, вампиры, ведьмы, вы себе представляете? Как здорово! Да вы же мои красавцы, вы же мои дорогие. Любимая моя пара. Так, а теперь нам можно уже и тортик разрезать. У нас была вообще нормальная погода, вы не думайте, что я решила тут в мороз их выгнать на улицу. Ну, все было потрясающе. Так, а что такое? Ничего не получается. Разрез, свадебный торт. Все, мы поженились. У нас была прекрасная летняя погода, все было супер. И потом резко пошел снег. Вообще не понимаю, у меня здесь и барная стойка, и вон я для сока поставила лавочки, тут еда вот всякая. Так, тут вот еду можно... Ну, короче, даже танцпол, блин, я даже нанялась певца и этот... фокусника. И вот такая вот песня произошла. Короче, ладно, не пойдет у нас любовь, молодая жена. Не знаю, отправимся ли мы в свадебное путешествие, допустим, во Францию, например, я не знаю, мне кажется, было бы очень романтично. Но, если честно, если бы я поехала во Францию, то я просто бы хотела изучать места, а не... заниматься там всякими вещами, типа к мумиям ходить и что-то в этом роде. Поэтому пока не знаю. Мы сейчас идем. Все, она уходит уже. Певец у нас ушел, почти нифига не пела. Все, мы идем резать тортик с Джеймсом. Не знаю, получится у нас или нет, потому что так странно. Я его, наверное, поставила. Я хочу просто очень детей. Почему я свадьбу-то решила резко так сделать? Потому что пора. У нас окна так запотели. Блин, у нас до лета вот-вот. Рукой подать. Тут такое. Тут все заходят. Места сейчас нигде не будет, потому что, не знаю, у меня дом как-то не ориентирован на большое количество людей. Давайте, ребят, давайте я сфоткаю, конечно. Мои красавцы. Это у них, типа, такой официальный костюм. Ничего себе. Ну, давай, разрезаем, разрезаем. Такой волнительный момент. И вот у Ларины вечно желание, типа, что она хочет встретиться с вампиром. Но я реально не вижу, что он вампир, да? Красные глаза, такие зубки. Вот это кусмяра. Отлично повеселились. Ну, в принципе, всем нравится вечеринка, это здорово. Ну что, ты его угостишь? Кусмяру ты, конечно, отрезала, я не знаю. Подождите, я хочу это посмотреть. Они так смотрят друг на друга. О, боже мой. Ну, у нас друзья на вкус и цвет. Так, ну что? А теперь Джеймс возьмет кусочек. Как-то странно. Ларина так надулась, что-то там, я не знаю, что случилось. И вот у нее, что она хочет в Египет почему-то. Кусок вот там вставился, не знаю. Ой, так, куда вы пошли? Куда вы, мои дорогие? Что происходит? Ну, блин, у нас реально плохо с потребностями. Вы торт свой съедите? Или... О, вот это у нее туфли! Смотрите, вот это туфельки! Ничего себе, обалдеть! Ну что, кушайте тортик. Хотя Джеймс, у него, наверное, будет отравление. Мне кажется, всем понравилась вечеринка. Пусть они все берут тортик, а мы сейчас, я их сейчас пофоткаю. Ларина у меня очень сегодня красивая. Она всегда красивая, но сегодня вообще красивая, конечно. И вот мы тортик лопаем. Джеймс уплетает. Он вообще такую еду-то не ест у меня. Только пьет свой кровавый сок. Хотелось бы остаться, но я ухожу. Нужно уладить кое-какие дела. Ради бога. Мне кажется, все удалось, свадьба получилась хорошей. И не знаю, отправится ли нам в путешествие или нет. Видите ли, было бы круто отправиться в путешествие, но мы можем потом не вернуться из этого путешествия, на самом деле, поэтому... Ну, короче, кому-то понравилось, кому-то не понравилось вечеринка, мне кажется, было хорошо. Ну, блин, тут, конечно, то, что зима,
вот это мне не понравилось, потому что, блин, мы тут все поставили, и резко пошел снег. Блин, вообще, короче. Ладно, эту еду, по-моему, вообще никто у нас не ел. Ну, ладно. Главное, мы поженились. Все прошло нормально. У Джеймса сейчас, наверное, отравление какое-нибудь будет. Но, в принципе, у него сейчас все тут замечательно. Что он хочет? Играть в шахматы? Ну, да. Самое время поиграть в шахматы. Что он там? Напугать или угостить? А что у нас? Хэллоуин начался, что ли? А что к моему огороду лезть? Кто это такая? Дарин Гангац. Кто звал нас на свидание, по-моему? Нам нужно выпить нашего сока. Замечательная вечеринка, еще увидимся. Давайте мы выпьем сок, потому что жажда у нас. И сделаем тут кое-какие потребности базовые. Вот, нам нужно прочистить. И, в принципе, они уже немножко хотят спать. Не знаю, насчет той свадебного путешествия. Прям было бы очень-очень круто, но... Боюсь, что мы не вернемся из этого путешествия. Все, у нас было так много гостей, но они пока еще не уходят. У меня там даже светящиеся штуки есть. У меня даже есть фейерверк, представляете? Фейерверк есть. Не знаю, у нас получится сейчас что-то с ним сделать. Сжечь. Что это? Вот, давайте попробуем. Я не знаю, что... Короче, я, блин, так подготовилась. Ну, ладно. Попробуем, получится ли у нас сделать фейерверк. Надеюсь, у нас ничего не сожжется, мы не умрем. Как это бывает. Сейчас Ларина придет забацать на фейерверк, потому что Джеймс я там сделала уже всякие дела. Ну, некоторые еще не уходят. Как наша собака, кстати? Естественно, нужда. Ну, в принципе, нормально. Давай, Лариночка. Сделай нам шоу. Ой. Полнолуние не скоро. Это что? Я вот это хотела сделать. Я что, не то сделала? Блин, я не то сделала. Включить... Вау, смотрите, как было бы круто. Блин. Проходит спокойно, и то хорошо. Ну, в принципе, нормально. Ладно, давайте выключим. Кто-то там подкрался к нам. Жалко, на самом деле, что так получилось. Ну, ладно. В принципе, прошла нормально вечеринка. Мы, в принципе, поженились, что мы и хотели. И ладно. Так. Из гигиены у нас очень плохо. Собаки тут с нуждой тут и плохо. Ну, мы сейчас не будем, наверное, с ней общаться. Мы пойдем спать сейчас. Точнее, не спать, мы пойдем в душ. Вот, вот душ. Я вечно его ищу, а он здесь, окажется, прячется. И пойдем спать. Что это такое? Потеря друга? Ничего страшного. Так. У тебя тоже с бодростью. С досугом у нас еще плохо. Где у нас телек? Телек или компьютер нам нужен. А что это за лужака? А, ну он спать, в принципе, пошел. Ладно, мы не будем его трогать. Короче, да, свадьба получилась, ну, так себе нормальная. Очень жалко, но просто вот эта погода. Смотрите, один гость еще остался. И мне очень нравится. Вот. Ну, нормально, нормально. Но я ожидала больше, блин, просто это много факторов сыграло. Ну, ладно. Все, мои персонажи проснулись, они здесь так мило общаются. Ой. Но это пока вы живете первое время вместе, вот так общаетесь. Так, ладно, нам нужно. Расслабиться, кот пошла. Я что-то пропустила. Чего вот эта бабка здесь ходит у меня по дому, я не знаю. Так, нам нужно. Иди в душик. С питанием очень плохо. У тебя что? Ты что там пошел? Что эта женщина от нас хочет постоянно, я не знаю. Так, мне нужно с моим щенком пообщаться, мы с ним давно не общались, просто всяких свадеб там, уход. Да ну, так, иди сюда. Вот, и сегодня нормальная погода снова, сегодня уже не зима, когда мне уже не надо. Так, наша собачка, просыпайся, пожалуйста. Боже, у нее тут и голод. Так, давай мы миску наполним. Наполнить миску. И щенком пообщаюсь, потому что у него все плохо. Уход. Нет, не надо ничего менять. Никакое имя говорить. Погладить. А то мы со своей свадьбы вообще забыли про нашу замечательную собачку. Так, и нам нужно тоже покушать. Сегодня, наверное, куда-нибудь отправимся, я думаю. Так, да. Вот так. Досугом у нас плохо, кстати говоря. Тебе точно поесть, но смотри, здесь только еды, она вся нормальная еще, поэтому съедим фаршированную индейку.
вкуснятище, наверное. Эта женщина просто, она какая-то нереальная, она до сих пор отмечает свадьбу. Выгнать с работы? А кто это? Блин. Давайте мы отпустим, она что, до сих пор работает, мы, наверное, 1010. Блин, я думаю, это гость. А кто это? Кто это такая, что она делает? Не знаю, опять мне там счета какие-то принесли. 1000. Оплатим, конечно, сейчас. Она хочет практиковаться в магии. Ну, может, мы сейчас куда-нибудь отправимся, там кого-нибудь пригласим на поединок, будет нормально. Джеймс играет, у меня собачка пошла. У собачки сообщение было плохо, но сейчас нормально. Да, сейчас нормально. Мне интересно, какой насчет будет, когда мы отпустим нашего персонажа гулять. Вот этого работника. Я думаю, дофига будет. Что-то у меня с фейерверком... А, тьфу, я поняла про фейерверк. Мне надо вот эти... кучи еще сжечь, что-то здесь некрасиво здесь стоит. Я вообще не пойму, где у нас лето, где у нас весна, когда, блин, наступит. Через 4 дня у нас полная зима и осень, вообще какая-то непонятная погода. Ну, давайте быстрей. Быстрей ешь. Фаршированный дик. Скоро у нас это все протухнет, и это надо будет все нам продать еще. Нет, вот эта женщина не уходит просто. Она тут уже просто завонялась, смотрите. И здесь у нас сколько куч. Блин, с Кейхильдой, по-моему, нужно отдохнуть. Прям эксплуатация. Так, все, мы отпускаем. Сколько у нас будет счет? Мне интересно знать. 1000000, наверное. Так, кто-то нам нужно сжечь. Так. А вот это давайте вот сделаем вот так. Потому что, ну, это надо делать. Мне кажется, было бы очень-очень здорово. Ну, блин, конечно, это много... Странно, давайте это тоже сожжем. Все. Все, мы сделали. И сейчас почему не получается ее отпустить? Она все что-то кидает там. Может, она зависла у нас, как у нас это бывает? Непонятно. Но у Джеймса все уже нормально, но уже другие показатели нормально. Давайте сейчас мы сделаем. Так. Так, нет, нет, нет. Не, мы не хотим с кем болтать. Не надо нам ничего болтать. Иди вот сюда. Все, мне сняли какие-то деньги, да. О, а, это мы счет оплатили. Размышлять и воспользоваться. Все, и потом куда-нибудь отправимся. Так, все, у меня тут куча горит. Ой, она у меня ведьма какая-то. А что у собаки красная? У нее с разрушением. Ну, у него там есть вот эта штука. Я не знаю, что не получается, ничего. Так, что нас ждет его там? Да. Сейчас, если никто там не залезет, ничего не сожжет. А эта женщина, мне кажется, реально за это, я не знаю, что с ней. Непонятно. Отпустить не получается. Хотелось бы остаться, но я уже, да, уходи, потому что у нас уже 2 дня просто живешь на этой вечеринке. А вот это я не знаю, она, наверное, просто ее заклинила немного. Все, идут мои ребята, да? Да, они все хорошо. Сейчас сделаем вот это дело и пойдем какой-нибудь в парк. Там нужно пригласить кого-нибудь на поединок, потому что Ларина хочет практиковаться в магии. Все, здесь все испортилось. Фу, какая гадость. Что это такое? Превратить персонажа в жабу. Да. Ну, мы это уже сделали. Давайте сделаем еще раз. Так. А что, все? Я все пропустила, что ли? Ничего не было просто. Вот так вот. Потому что ничего не произошло точно. Это так просто какие-то размышления. Что-то я не пойму. Вот шел, не дошел. А, вот он стоит. Все, нашла его. Собака наш спит здесь. Она упала в обморок. Ну еще бы, любитель вечеринок. Почему у меня не получается? Непонятно. Странно очень. Еще раз. Третий раз. Ну что? С третьего раза-то можно уже пойти-то или нет? Гроб у меня там стоит нормально вообще. Давайте, ребята. Туда надо идти. Идете вы? И сейчас опять они идут по мне. Блин, у нас уже просто вечер наступил. Пока вот тут ходили, думали. Все, идем, наконец-то. Наконец-то согласились. Да, тут все у него замечательно, мудлеты хорошие. Вот, блин, как мне нравится... Кстати,
Вот наша машина. Сейчас я вам покажу нашу машину. Вот нам потрясающая машина. Они еще не ездили. Мне кажется, нужно. Блин, у меня с естественной нуждой все очень-очень плохо. И да, сейчас мы еще отправим Ларину в туалет, то, что прям вообще очень плохо у нас здесь все с этим. Так, кто-то ушел. Сейчас сделаю туалет здесь. Неподалеку. Эти деревья мне мешают обозревать. Сейчас, подождите. Где ты? Вот. Отлично. Нам просто нужно бежать туда. Или мы не успели. Только не говорит, что мы не успели. Гигиена... А, гигиена очень теперь испортилась. Блин. Да, получилось. Все, иди в душик. Отлично. Замечательно. У него тоже очень плохо с гигиеной. Иди тоже сюда, в ванну. И пойдем, наверное, куда-нибудь отправимся все-таки. Потому что, блин... Нет, эта женщина какая-то вообще ненормальная. Я не понимаю, что происходит. Надеюсь, она добежит, кстати. Выгнать с работы. Давайте вот так попробуем, потому что по-другому она не понимает. Мы ее отпускаем, но с ней получается. Эта штука мне так нравится. Вот здесь можешь танцевать. Так, куда мы отправимся теперь? Давайте посмотрим этот замечательный город. Здесь какой-то зловещий весенний праздник. Давайте мы посетим его. Как раз-то рядом. Давайте здесь собаку нашу возьмем. Что? Нормально. Как раз можно там сделать поединок. Все, мы успели. Как ни странно, мы успели. Сейчас сделаю побыстрее, здесь ничего интересного. Так, Джеймс у меня почти готов, но у него, в принципе, не знаю, может попить ему еще сока, пока мы здесь. А что-то у нас там протухло. Ладно, давайте еще сока выпьем. И потом прям ляжем спать. Так, ну чё. Сейчас Ларина примет душ, попробуем ее прогнать, потому что так она не уходит. Я не хочу, чтобы она здесь у нас постоянно стояла. Так, собаки... А, не, все, у собаки хорошо. Все замечательно. Блин, эта вещь вообще обалденная. Посмотрите, как классно. Это же танцпол был, даже не то есть почти не танцевал из-за того, что наступила зима резко. Скелькиль доходит, меня пугает. Так, все, идем, сейчас попробуем, получится или нет. Она вообще с нами даже не разговаривает. Мы тут пытаемся ей говорить, но, по-моему, пофиг вообще. Я думаю, это бестолку. Может, следующая серия пропадет, когда я игру закрою и открою. Я не знаю, ничего не получается. Ладно. Блин, а с питанием тебе плохо. Да что ж ты будешь делать? Все, мы идем. В общем, на участок. Слава богу, он очень близко. Так, сейчас мы что-нибудь купим поесть. А уже на никто не работает, да? Так, работают. Где еда? Одни будки. Купить еду. Да, купить еду. Джеймс, ты мне идешь? По-моему, Джеймс никуда не идет. Почему у нас так портится сильно? Чё, купить еду не получается? Все, блин, уже все закрыто. Так, не знаю, давайте мы вернемся домой тогда. Я не знаю. Чуть не вышло как-то. Ой, собачка моя, Джеймс, мой любимый муж. Давайте мы с мужем немножко пообщаемся. Снова. Вот так вот. Мои красавцы. Обожаю эту пару замечательную. О, такие глаза у него. И да, ребята, если вам понравился, типа, палец вверх, а я надеюсь, что вам понравилось. И всем пока!